В Улан-Удэ виновник крупного ДТП даже не понял, что натворил. Как сообщает Байкал Дейли, накануне в 8 часу вечера на улице Барсоева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомобилей. По словам очевидцев, мужчина на грузовике выехал на встречную полосу движения и боком зацепил 2 легковушки, а в Хонду ЦРВ врезался прямо в лоб. По информации сотрудников ГИБДД, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и даже попытался скрыться с места аварии. Более того, виновник ДТП не понимал, что он натворил. А? Что я сделал? Я не... Машину стукнул. Да я ничего не стукнул. Только после того, как инспекторы проводили горе-водителя до места происшествия и показали последствия, мужчина начал осознавать содеянное. К счастью, в аварии никто не пострадал. Расследованием происшествия занимается отдел дознания ГИБДД.